Мы хотим поблагодарить тебя, что ты сделал такой красивый капитальный ремонт в современном оборудовании. Мы гордимся вами. Гордимся. Ты должен быть так продолжать. Молодец за твою доброту и щедрость. Мы очень благодарны, что вы уделяете нам такое огромное внимание. И благодарны вам за то, что вы провели такой капитальный ремонт. Ты обещал, ты это сделал. Первый раз, когда посетил нашу школу в 21-м году, помните, когда мы выходили в Сталин, я не забываю историю школы, я здесь учился. Я сделал такой ремонт, и вот мы рады за тебя, что ты это сделал. Ты добился. Дальше помогаешь. Молодец, здесь правильный, молодец. Спасибо правильный, тебе. Особенно русского языка обучаешься. Вот, потому что Таджикистан и Россия, для меня это как одна страна, один народ. Молодец, что ценишь мать. Молодец. Ну, мама святая. Это мама святая. Единственная. Мама святая. Земля победит. Мы рады приветствовать вас в нашей школе. Выражаем глубокую признательность, благодарим уважаемый Умар Назарович, что вы не забыли школу, где впервые переступили порог нашей школы. Что мы родиной зовем? Дом, где мы с тобой живем. Выражаем глубокую признательность основателю мира и национального единства, лидеру нации, президенту Республики Таджикистан, уважаемому Эмомали Рахмону, за мудрую политику и за поддержку молодых и современные со всеми условиями школы.